Я Денис Денисов, двукратный чемпион мира, а ныне заместитель спортивного директора ЦСКА. И это Тверь Тим. Ну да, действительно, это так. Да, действительно, я позировал это. Занимало довольно-таки очень много времени и сил по одной простой причине. То, что помимо того, что это надо было делать между тренировок, меня никто от моей работы основной не освобождал, я должен был также тренироваться. И там сидеть неподвижно в течение там 3-4 часов. То есть меня одевали, и я сидел, вот они сказали, лучше там это не двигайся. Ну, давали определенное время на разминку, но это было непросто на самом деле. Ну, мне всегда везло с моими наставниками по одной простой причине, если вспоминать всех, это Жуков Виктор Николаевич, это Бирюков Александр Викторович, это Тихонов Виктор Васильевич, это все люди, вторые мои отцы, наверное, так можно выразиться. Может, немножко высоко звучит, но это так, потому что они меня приняли не только как игрока, но как человека. Родители общались с тренерами, и ну, тренеры говорили там, спасибо за воспитание, спасибо за вашего сына, потому что с ним приятно работать. Виктор Васильевич, я помню, пришел на первую тренировку в зал, тогда мне было там 15-16 лет, и пришел там самый младший возраст был тогда в команде, там 28-29, то есть я пришел к мужикам, когда он сказал, добро пожаловать, молодой человек, вот проходите, на общих основаниях приступайте к работе. Ну, там веса были для меня тогда там 100 килограмм присед, но это для меня было, я весил там 70 килограмм. Не было никаких преференций, либо ты делаешь как все, либо ты, если ты не можешь, всего доброго, до свидания. Да, к любой победе путь очень тернистый, поэтому ни одной победы выделить не смогу. К каждой победе прилагалась очень большая работа, очень большой труд, очень много здоровья. Никогда не оборачиваюсь назад, пытаюсь все время идти вперед и жить не воспоминаниями, а будущим.